Привет, сегодня готовим испанскую тортилью с беконом с элементами. Измельченный картофель, сметана, соус бешамель, бекон, листья салата и огурец. Противень смазываем подсолнечным маслом. Два яйца перемешиваем, взбалтываем. Добавляем туда сметану. Еще раз. Добавляем туда картофель измельченный. Мешаем. Добавляем туда бекон измельченный. Сверху поливаем все это соусом бешамель. Размазываем равномерно, ставим в духовку на 200 градусов на полчаса. Режем соломкой огурец, листья салата. Это может быть салат айсберг или китайская капуста. Вынимаем из духовки нашу тортилью. Украшаем ее салатом и огурцами. И приятного аппетита! Готовить вкусно может научиться каждый. Закажите промо-набор со скидкой 30% по ссылке в видео. Получите 5 ужинов всего за 2000 рублей.